Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй. Продолжаем проходить с вами спокойно смерть. Немножко я отвлекся от темы, но теперь я на коне. Так, ну что, давайте будем с вами покупать. Ошибиться в первый раз купим, чтобы не считалось у нас за ошибку. А дополнительное влияние всаднику, я даже не знаю, стоит ли вообще это брать или нет. Давайте возьмем на всякий случай. Так, ну что, у нас идет какая? У нас идет четвертая неделя, 27-й день. Поехали. Люди избрали первого короля. Жнец, ты свидетель? Да, я свидетель. И короли — это те же люди, но они управляют другими людьми по их собственному желанию. Ну, это естественно. Некоторые из этих королей и людей ставят себя неоправданно выше других, подвергаясь одному из грехов — гордыне. Нет, это не как всадники апокалипсиса. Так, что за взгляд? Обычный взгляд. Хватит, слушай, новое правило. Существа с короной на голове должны быть отправлены к себе подобным, в ад. Давай, вассал, исполняй свои обязанности. Хорошо. Так, чистимся. Так, а ты у нас что? Чистилище по тебе плачет. Проходи. Ой, как я ненавижу эти сейфы, елки-палки. Так, единичка. Здесь двоечка. Так, здесь троечка и ноль. Началось, а? Блин, я до сих пор не могу врубиться, как здесь надо... Нет, ну в принципе это все легко, но почему-то очень тяжело у меня это все получается. Так, сюда, ну... Да я даже не знаю, блин. Двойка попадает, так единица мимо. Тройка попадает, так двойка мимо. Какой-то бред, а? Я уже просто наугад щелкаю, лишь бы как попасть. Да. Вот тебе и задание. Тоже придумали какую-то ересь непутевую, если честно. Я вообще не понимаю, для чего это все придумано. Не, ну конечно, с одной стороны понятно, чтобы усложнить задачу нам. Но с другой стороны, так, 6 минут, я не успею. Все, ребят. Все, проиграл. А нет, все великолепно. Так, гори. Проходи. Так, что там, стажер опять у меня бухтит. Сбился он в смысле, видите ли. Так, хлопает в ладоши, бледный, бросил пончик, отправить его в рай. Ну а почему бы и нет? Как? А, елки, он от еды. Проходи. Так, а ты что? Чистись. Хват. Так, ты проходи. Гореть тебе, урод. Так, гори. Почему отказ от... Так он же книгу не бросил у меня. Гори. Проходи. Ага, гореть тебе. Ты-то что у нас тут? Проходи. Да как, агент Парадокса? А как мне его вычислить? Так, отказ от веры. Понятно. Так. Чистись. Так, ну тебе гореть однозначно. Так, что ты у нас тут? Чистимся тогда. Отказываешься? Тогда в ад. Прямиком, раз ты отказался в чистилище. Так, тебе гореть, парень. Так, чекнулись, проходи. Проходи. Тебе гореть, урод. И вам гореть. Так, драка за бесплатный суп. Драка бомжей, что ли? Проходи. Так, а ты что, чистись? Проходи. Гореть. Так, а ты что, проходи. Ну, иди помойся. Так, а ты гори, бомжара. Гореть тебе в аду. То же самое. Так, ого, алкоголь. Так, проходи. Так, отказ. Отказ от веры. Так, проходи. Чистись. А, нет, в ад тебя, в ад, конечно же, в ад. Чистимся. Проходим. Ну что опять? Что опять тебе надо? Какие у тебя там затруднения? Кровь под ногами смылась, кровь на теле исчезла, красные глаза, думаю, его в чистилище. Нет, у него его в ад. Потому что у него красные глаза. Гори. Ты тоже, урод, гори. И ты гори. Так, ты отказываешься? Чистимся. Проходи. Так, ну все, наконец-то работа закончена. 45. Так, что у нас? Ага, новые клиенты. И эти клиенты у нас бомжи.
Ладно, Б с плюсом получили. Ну что тебе надо, жирный жнец? Я знаю, тебе не чуждо милосердие, естественно. Я решил ням-ням посвятить один из дней голодающим детям, ням-ням. Но завтра весь твой... весь свой день я проведу в спортзале. Не хочешь отработать рабочий день в мою пользу? Вознаграждение и ням-ням... все потом, короче. Ах ты, жирный ты обжора, а. Ну ладно. Всем пончиков. Награда после работы. Так, а что ты? Страх многих ведущих на планете вырвался наружу. Британские ученые при разработке лекарства от гриппа совершили ошибку. С подачи чумы, конечно же. И открыли совсем не то, что хотели. А что же они открыли, по-твоему? Теперь Лондон погружен в густой туман и населен зомби. Но не все потеряно, жнец. Укушенных, но не превращенных людей еще можно спасти. А мы связались с неким Кайлом. Ему нужна наша помощь. Своими руками ничего доставить мы не можем, но есть одна бесстрашная курьерская служба, которая готова выполнить эту работу. Так. Это стоит немного денег. Что скажешь? Блин, я даже не знаю, что и сказать. Чё мы на это можем ему ответить? Мы на коне, жнец. Да, но я надеюсь. Главное, чтобы ты меня не подвел. Так, бедность. Давайте бедность возьмем. И... так. Древнее проклятие. Давайте отменим, наверное. Я не знаю, честно говоря, не понял вопроса. 28-й день у нас. Слишком рано. Слишком рано? А, понятно. Нам надо перепройти некоторые уровни. Так, ладно. Это мы пропускаем, так как мы это читали. Все это было. И приступаем, ребята, с вами к работе. Так, гореть. Гореть. Так, проходи. А ты гори. Отказ от веры, чистимся. Чистимся. Не хочешь? Тогда в ад тебе, наверное. Подожди, он чистый, да? В ад. В ад. Так, чистись. В ад. Почему это парадокс? Да как этого парадокса вычислить-то, а? Гори. Гори, урод. Чистилище. Давай-ка, парень, почистимся. Ага, вот так вот. Ты гори. Ты у нас отказ от веры. Чистилище. Так. Проходи. Ой, у него же алкоголь был, елки-палки. Так, гори. Так, ты вперед иди. Чистимся. В ад тебя, братишка. Ты тем более. И вас. Так, наверное, будешь... нет, в ад тебя все-таки. Так, отказ от веры, чистимся. Ой, от веры, от еды. Так, солнце наносит ответный удар. И к нам что тут? Ага, чистилище. Чистилище. В ад гореть тебе, урод. В аду. Так, отказ от еды, чистимся. Алкоголь, в ад тебя. В ад прямиком. Так, ну а что ты? Чистилище по тебе плачет. Проходи. Так, в ад гореть. Гореть, гореть. В аду тебе. В ад. Так, в ад. Так, отказ от... блин, жри. Ну вы поняли, короче. Так, опять эти гребаные сейфы. Ну как их... я их терпеть не могу, а. Ну вот на самом деле. Дурацкие на самом деле сейфы. Так, ладно, давайте сосредоточимся. Так, здесь у нас все отлично. Так, что у меня там стажер опять? Как ты долго стажируешься, а? Красные глаза, пытался поспать, бросил оружие, думаю, его в ад. Красные глаза, да, в ад его. И этого тоже в ад. Так, в ад гореть тебе. Так, проходи, братиша. Гори, свинота. Чистимся. Да как ты достал-то уже, а? Так, попросил стакан воды, одежда в кровавых пятнах, кровь под ногам смыл, думаю, его в чистилище. Нет, его в ад. Так, а ты у нас проходишь. И, а ты чистишься. Так, ну наконец-то еще один. У меня уже действительно, как будто я работаю здесь. Соблюдаешь канон, да? Ну и в чем проблема, ребята? Какие у вас вообще ко мне могут быть вопросы? Еще с какими-то претензиями, а? Так, получить 10 черепов, это надо будет обязательно купить. Так, 30 дополнительных секунд обязательно. Ну что, поехали. У нас что? Не дают еще? А, нет, дают, 28-й день, поэтому поехали.
Праздничное будущее. Жнец выглядит именно таким в глазах людей. Это что такое? Космические войны, далекие галактики. Но для тебя это лишь выходной рабочий день с применением твоих огромных познаний. Полетели. Ну, полетели. Так, ты проходи. В ад. Так, чистилище по тебе плачет. Так, ну доброго ничего, это понятно, ты как обычно. Что? Вот описание. Хочет чашку кофе, ковырается, ну, обмочил штаны, оправить чистилище. Нет, его в рай надо. Так же, как и вот этого паренька. Так, ты у нас... Чистись. Так, ты в рай иди. Все нормально с тобой. Ну, а ты, парнишка, в ад. Ой, елки-палки, его уж чистить надо было, я забыл совсем. Так, в ад. Так, ты у нас что? В чистилище идешь. Ну, опять эти сейфы. Как я их ненавижу, а ну, ей-богу. Так, что делать надо? Так, нулевка, нулевка сюда. Это тройка. Тройка, так где? У меня тройка. Тройка вообще в другой стране. Так, ты... Так, ноль совпадает. Тройка совпала, теперь единица мимо. Ой, елки-палки. Ну, намудрено здесь, а. Если бы не это... Пикалка и время, я бы решил бы, конечно бы постарался бы решил, но так как тут ограничение во времени, я просто не могу сконцентрироваться, ребята. Так, сюда. Нолик, этот поганый нолик, а, ну сейчас все наперекосяк у меня пойдет, абсолютно все. Давайте попробуем вот так, так, и тройка-то где? Да... Теперь единица на самом верху. Да что ж ты будешь делать? Нет, я не успел, ребят. Даже париться не буду. Ладно. Так, ну что ты-то у нас? Так, чистимся. Ты проходи. Проходим. Вроде чистый. А ты? Тоже вроде ничего. Так, ну что там у тебя, стажер? Опять случилось, стряслось с тобой. Так, бросил оружие, рассказал анекдот, плачет, думаю, его в чистилище, да? Раз он бросил оружие, естественно, его в чистилище. Проходи. Так, ты чистый, иди сюда. Так, 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 чистись. Та-ра-ра, гори. Так, проходим, проходим, не задерживаем. Проходим. Так, гореть тебе, пришелец. Тебе тоже гореть. А ты... Горишь. Чистимся. Чистимся, ребятушки. Так, ты горишь однозначно. Так, ты вроде нормально, проходи. Так, чистимся. Так, опять стажер. Заколебал он меня уже в самом деле. Давай, так, машет рукой. Кровь под ногами смылась, очень черные глаза. Думаю, его в рай, нет, какой его рай не светит. Так, гори. Ты отказался, не отказался от бабок. Так, доброго, ничего, там все нормально. Потерял интерес, сильно потеет, божественный сил, думаю, его чистилище. Нет. Так, следующий давай, следующий. Так, так, ты горишь у нас, парень, извини, рок-н-ролл, к тому же еще орешь, а ты в рай. Так, ты у нас чистишься. Ты отказалась, так, чистимся, да, чистимся. Бухло в рай, о, в ад, в рай хотел сказать. Вот этого в рай, да. Так, отлично. Ну-ка, так, чистись. Ну что, что опять у тебя там вопрос? Так, кровь на теле исчезла, кровь под ногами смылась, плачет, есть пончик, думаю, его в рай. Какой ему рай? Его чистить? Чистить надо? Так, в ад. Угу, 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 чистись. Так, ты у нас... Ага, хотел наколоть. Нет уж, не тут-то было. И ты тоже туда же. И ты туда же. И тебя тем более. Так, проходи. Так, гореть тебе, не смылась кровь. Чистимся. Так, проходи, братишка. Ух, ребята, еще один день подошел к концу. Получил я категорию Б оценка. И что такое? И меня повысили до адеквата. Я теперь, ребята, адекват, оказывается. И у меня новые клиенты, и все связанные с космосом. Какие-то космические пришельцы. В общем, одним словом, звездные какие-то войны. Так, катастрофа. Так, автоматически, тематически, точнее. Так, ну давайте вот это, наверное, мы отменим и это купим. Поехали. У нас 29-й день. Нам осталось тут всего немножко, ребята. Ну что же, начнем, пожалуй. Так, жнец.
Иногда очень бывает полезно сказать нет чему-то, что приносит тебе счастье, но не идет на пользу твоей жизни. Это про бухло он имеет в виду, да? Настроение у меня сегодня такое. Хочется даже, не знаю, дать шанс тем же алкоголикам. Давай сегодняшнего дня все, кто отказывается от спиртного и разжимает руки, будут отправляться в чистилище. Я, в принципе, с тобой согласен. А чего я спрашиваю? Это теперь твоя работа. Начинай свой день, жнец. Ах, да. Пошел слух о десанте войны. Будь начеку. Так. Гореть. Ну, яй, гребаный сейф. Так, пятерка у нас, четверка. Так, у нас пятерка, четверка. Четверка, тройка, пятерка, двойка. Угу. Так, как мне сделать-то лучше? Я даже не знаю. Здесь совпадает. Ага, здесь получается. А здесь опять же все идет наперекосяк, а? Так. Мне двойку-то неохота трогать, а? Ну и что ж это получается? Сейчас я ее задену. И все у меня переменится опять в худшую сторону. Да. Ну, давай вот так вот. Фигня получается полная причем, а? Полный бред, ребята, я вообще не понимаю, я уже запутался, что здесь надо делать. Да, мне эти сейфы не дано разгадать. Ладно, я, наверное, ничего не теряю от этого. Поехали далее. Так, а это что такое? Ну-ка, идите отсюда все. Проходи, ты вроде как чистый. А тебе гореть, парень. Так, стажер тут опять меня тревожит своими болтовнями. Что он хочет? Танцует, поздоровался, крепко держит священную книгу. Нет, никакого ему ада, его в рай обязательно. Мужик на позитиве. Так, проходи. Гори. Так, а ты-то кто у нас? Гореть тебе, парень. Не отказываешься? Гори. Так, алкоголь. Чистимся. Так. Ой, елки-палки, у меня же бутылка была. Как же я не заметил, он, наверное, хотел ее выкинуть. Ну давай, стажер, что там опять? Крепко держит книгу. Так, смотрит против... Нет, не надо. Так, а ты у нас? Чистимся. Так, смылась. Ага, гореть. Гореть обязательно. Так, гори. Лиф замедлен, какого перепуга? Так, горим. Угу. Так, ты куда там? Чистимся, да. Угу. Так, чистись. Так, отказываешься, нет? Тогда чистимся. Так, душлат, проходи. Так, чистимся. Ошибка, агент парадокса. Да что за агент-то опять, а? Так, гореть. Я не врублюсь, что за агент, а? Так, ага, гореть тебе. Тоже гори. Ты проходишь. Так, а ты горишь. Так, вспышка игровой зависимости после выхода League of Dota. Проходи. Так, а ты? Чистимся, наверное. Что такое? А, не для меня, тогда ват. Проходи, братишка. Так, так. Проходи. А тебе гореть. И тебе тоже. Ну и вам тем более, с рогами. Так, проходи. Ой, гори. Так, чистись. Так, чистимся. А ты проходишь, поддубный. Горим. 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 Так, а ты чистишься. Так, ну-ка, горишь. Ты тем более гореть. Так, не отказываешься, значит тебе туда. Туда же. Так, тебе туда же, детка. Проходи, парень. Ёлки-палки, все быстрее и быстрее, все больше и больше. Я уже немножко даже путаться начинаю, ребята. Так, если ты ошибешься, так, ну это мы купим. Одну ошибку и 60 секунд тоже возьмем. Так, 30-й день. Ух, осталось немножко. У меня появилась отличная идея. Как мы можем улучшить свое и без того хорошее состояние? И как же? Давай бороться с проблемами теми же средствами, которые эту проблему порождают. Давай. И если существо готово расстаться со своим богатством, отказаться от алчности в пользу очистки своей совести, отправляй его в чистилище.
понял, отказ от богатства обеспечит пропуск на искупление греха. Что, алчность? Нет, мы не такие. Давай без лишних вопросов, жнец, начинай работу. Ах да, жнец, я полагаю, ты не боишься крыс? Я нет. А это что за уроды? Вот это я не понимаю. Что они тут лезут? Так, гори, ублюдок. Крысы. Так, они что делают? Я не могу понять, не знаю. Ой, ети. Так, гори. Вот они что делают. Они меня с пантологией. Да, опять этот сундук, гребаный сейф, а. Ладно, давайте подумаем хорошенько. Здесь у нас, значит, должна быть единица, здесь пятерка. Там четверка. О, ребята, нет, здесь я, наверное, не осилю. Потому что здесь, смотрите, сколько всего намудрено. Здесь нужна четверка в бок, пятерка в самый верх, единица сбоку и тройка внизу. Как мне это все распределить, а? Ребусы чертовы, а? Так, ну давай, я не знаю. Если я единицу туда поставлю, у меня не будет совпадать пятерка. Теперь она в самом низу. Да чтоб ее разнесло, а, в клочья. Так, четверка совпадает, теперь единица мимо. Сейчас мы здесь собьем, опять все у нас полетит пухом. Ладно, ребят, фигня все это собачье. Проиграл, так проиграл, как говорится. Ну, тут одна секунда, ладно. Фиг с ним. Что ты? Так, палочка, проходи. Обжорство у него? А, это была сладкая палочка. Блин. Так, гореть. Так, проходим. А ты у нас? Проходи. Так, стажер, заколебал ты меня в доску уже. Так, ковыряется в носу, священную книгу. Нет, его надо в рай. Так, ты-то что у нас? Блин, у него же совесть, а щит это просто ядрена ложь. Совсем я сбился, а. Йо, агент парадокс, как этого парадокса-то найти? Так, гори. А ты у нас здесь, так, отлично. Новый клиент пьет виски, кровь под ногами смылась, машет рукой. Отправить его в рай. Нет, он пьет виски. Какой ему рай? Так, ты проходишь, это однозначно. Так, проходи. Ой, агент парадокс. Да как так-то? Поломка лифта. Я не врублюсь, ребята, что есть с плюсом? Что за парадокс? В очередной раз чума и война затеяли простой, но эффективный способ развлечься. И теперь нам с тобой, жнец, нужно бороться с этой проблемой. А как мы будем с ней бороться? Опять что-то будешь у меня клячить бабки. Чума организовала распространение вируса с замедленным действием и очень труднодобываемым лекарством к нему. А при поддержке войны люди начали убивать друг друга за это же лекарство. Но у них очень долгосрочные планы на этот счет. Потому что без препарата вирус смертелен, но он не мешает людям увеличивать свою популяцию. Интересно. Во имя рационализации, жнец, нам нужно... расхреначить всю планету целиком, чтобы ликвидировать нашу будущую большую проблему зародышей. Ты в деле? Да, я в деле. А деньги-то у меня есть? Нет у меня, ребята, денег-то, оказывается. Да. Сломался лифт его, да, давайте мы это сделаем. Купить, потому что что-то часто ломается. И время купим. Так, давайте переиграем 30-й этот день. Да, это я все понял. Так, погнали. Так, тебе гореть? Так, опять этот жлобина мне звонит. Так, в пятнах кровавых улыбается его в ад. Да, его в ад. В ад его, конечно же, в ад. Так, ты у нас чистишься, бомж. А ты что? Ты тоже чистишься. Ты у нас проходишь. Так, ты горишь. Ты горишь. Так, а ты горишь тоже у меня. И... Нет, ты проходишь. Так, а ты чистишься. Так, ты у нас чистишься. Чистишься, отказался от веры. Почему парадокс? Опять этот парадокс. Что за уроды? Что за варвары на меня нападают постоянно? Я не понимаю этого. Ну, тебе однозначно в ад. Так, ты у нас еще отказываешься, нет? Гори. Гори давай. Так, тоже гори. Так, отказываешься? Так, чистимся, получается, да, чистимся. Агент парадокса, это крысы опять эти. Что же они прут, а? Господи, жнец, что ты бездишь-то, я не могу понять. Так, чистимся. Вроде нормально, давай, проходи. Не задерживай добрых и честных людей. Так, ну что, клиент у нас тут какой-то
И что с ним не так? Так, в Pokemon Go сжимает оружие, жалуется на холод, кровь под ногами смылась. Нет, не будем его отправлять. А ты чистись у нас. Так, тоже на очистку. Так, тебе горит, брат. Тебе тоже. Так, ты проходи. Гореть вам. Тебе тоже гореть. Так, война за независимость у нас здесь началась, да? Так, что у нас тут? Ух ты, поперли. Чистимся. Так, ты кто такой? Отказался. Чистимся. Ах, ты что такое? Только не я. Гори тогда. Так, горит тебе. Так, проходи, бомжара. Не задерживай. Так, чистимся. Ты что тут у нас? Чистилище. А, не, гори. Проходим. Так, не отказываешься, горит тебе. И тебе тоже. И тебе тоже. Так, проходим, не задерживаем. Так, сияешь, проходи, братишка, проходи. Тоже чистый, я смотрю. Так, гореть тогда, раз курочку не хочешь оставлять. Так. Чистилище, это тебе парень плачет. Проходи, пришелец. Так, гордыня, когда гори? Гори тоже, сынок. Так, проходи, задерживай. Так, что там у нас опять? Так, давай. Чешет затылок, напевает калинку, крепко держит священную книгу, думаю, его в рай. Да, его в рай. Ай, как же я... Я даже разгадывать не хочу, если честно. Вот именно эти сейфы. Ну что они придумали? Бред какой-то, а? Так, ну как тут у нас? Ноль там, пять здесь, двойка тут. Там еще четверка. Как мне вот это все скомпонировать, чтобы все получилось у нас? А? Так. Ну давайте двойку. Так, это сюда. Пятерку теперь как-то мне нужно. Мне нужно, чтобы четверка с нолем была на одной. Здесь двойка с, пятеркой. Как это все умудриться сделать? Ума не приложу, если честно. Вот, остается только 0 и 2. И, как всегда, на единичку я ошибаюсь. Фигово. Времени у меня мало, конь не валялся. Короче, одним словом, я опять проиграл. Не получается у меня разгадывать. Поначалу все было легко, а сейчас, как видите, я затрудняюсь. Просто время меня это смущает. Ладно, бог с ним. Проиграли, так проиграли. Так, ну тебе свинота горит. Так, ты проходи. Так, работа выполнена. Наконец-то можно немножко отдохнуть. Так, я получил БС плюс, у меня это вполне устраивает. Так что получите 10 черепов в случае победы. И это обязательно купим. Ну что, поехали. 31 день у нас. Так, надо же, жнец. С каким парадоксом я сегодня столкнулся? И с каким же? Непонятный что-то рисунок. Решил тряхнуть старину и немного поработать ради веселья. И что я обнаружил? Человек отказался от рая. Здраво рассудив, что такое существо имеет какие-то свободы, я не стал его принуждать к краю. Но и ада он не заслужил. Ну и что? Ты предлагаешь куда его? В чистилище? Поэтому я отправил его в чистилище, чтобы он успокоил свою совесть. Таким существам дорога в рай открыта сразу, как они будут готовы. Это твое правило на сегодня. Отказ от рая ведет в чистилище. Приступай. Ах да, надеюсь, у тебя хороший вкус. Ну, я надеюсь, вроде неплохой. Так, проходи. Так, что тут такое? Это что? А это... Вы что делаете-то, ребята? Зачем вы бросаете мне еду в котлован? А что мне надо делать? Отвратительно. И побежал, главное. Ничего себе, в лифт урвался. Так, гори давай, иди. И ты гори. Так, ты обязательно гореть должен. Так, отказался. Так, чистимся. Не отдаешь гореть тебе. Так, Вера, чистись. Ты отдашь рыбу свою? Гореть тогда тебе, братан. Агент Парадокс опять. Ну, так, гори. Так, ты проходи. Так, а ты в чистилище у нас идешь. Так, тебе гореть? Вам гореть обоим. Чистимся. Так, чистый, проходи. А ты у нас бутылка. Ну, из-за бутылки гореть тебе, братан. Проходим. Отказался, значит, чистим. Не хочешь? Тогда в ад. Так, тоже в ад. Так, проходим. Проходи, братишка. Катастрофа. И ты брут? Я крут. Проходи.
Так, чистилище, как и плачет парень. Так, проходи. Сучки, это не страшно. Ага, не отказался. Давай, гори. Так, чистимся. Так, это чистилище. Так, ты проходи. В аду. Так, в ад тебя. Так, тут что у нас? Гореть, тоже гореть. Проходи, дедуля. Проходи. Так, гори с козлом. Так, проходим. Тебе гореть. Так, а ты-то что, гори адским пламенем. Ты с плеткой тоже, как бухарик. Так, чистимся. Так, что у нас тут? Ну, давайте, помогу. Вот описание. Танцует, чешет затылок, крепко держит священную книгу, играет. Отправить его в ад? Нет, ни в коем случае. Так, ну, проходи. И последний у нас, проходи. Так, ну что, ребята, Majestic, чистая совесть, работа выполнена на совесть. И у меня опять новые клиенты. Какие-то римские времена. Там и Спарта, и кого там только нету. Так, ох, тяжело ходить, кажется, все дело в погоде. Завтра мне будет совсем тяжело. Хочу попросить тебя об одном одолжении. Отработай следующий день в мою пользу, хорошо? Ну, не за просто так, конечно же. Так, знаете что, ребята, я даже не знаю. Ну, пошел он. Коротко и ясно. Вот и все. Ну что, дорогие мои, на этом я, наверное, буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующей серии. Всем до скорого, всем пока.